Вот судья приглашает дзюдоистов на татами. Саркисян Степан представляет город Ставрополь. Является призером, бронзовым призером чемпионата России среди взрослых, победителем первенства Европы среди спортсменов до 23 лет в прошлом году. Его соперник из Кабардино-Балкарии. Вот сейчас Степан проводит, пытается провести активные действия в партере. Берет верхний захват. Забирает пояс. Проводит свой коронный бросок через бедро. Противник перекручивается. И поэтому бросок оценивается в оценку юка. Пока оценка юка — преимущество Степана. Мусат Уменов сейчас старается не дать Саркисяну захват его короны сверху. Но ему это не удается. И опять захват сверху у Степана. И преимущество, соответственно, сейчас на его стороне. Поэтому судья останавливает встречу и наказывает Мусу за пассивность, потому что захват он проиграл. Вот сейчас он начал активно, правильно, сам забирает сверху, начинает раздергивать Саркисяна, пытаясь заставить того ошибиться. Но вот проводит попытку броска выведением из равновесия у Киатоши, при этом чуть-чуть не попав на удержание сам. Степан его накрыл, но не смог провести удержание. Прошло половина встречи. По-прежнему пока преимущество минимальное в оценку юка Саркисяна. Вот он опять проводит бросок через бедро. Как оценит его судья, сейчас посмотрим. Судья оценивает его иппон. Степан одерживает чистую победу и выходит в финал, где в финале встретится с Лайпановым. Соответственно, Мусат Уменов будет бороться за третье место.